категория 66 килограммов. Приглашается представитель Узбекистана. Встречайте, Сунатилло Сайфидина. Также в красный угол октагона приглашается его оппонент из Таджикистана. Встречайте, Махмадраджаб Далбана. 16-я пара нашего турнира. Звать категория 66 килограммов. Узбекистана против Салбанова Махмадраджаба из Таджикистана. Это бойца в октагоне. Рефери в октагоне. Завтане Иван. Начинается первый раунд. Молодые бойцы, 21-22 года. Начинается бой спокойно. Старается держать дистанцию. Бой из красного угла. Пробивая ногами, то с развода, то лоу-кик. Тем не менее, бойца синего угла держит центр. Хороший хай-кик от бойца синего угла. Дергают они друг друга, выжидают атаки каждый своего соперника. Демонстрирует технику ударов ногами бойца синего угла. Хорошо двигается бойц красного угла, старается не держаться у сетки, двигаясь в левую сторону от бойца. Выжидает каждый атаку соперника бойцы. Рискованно пошел вперед Талбанов. И не встретил его противник. Продолжает разбивать руки и пробивая в защиту. Поплатился он. Находится в лучшей позиции Маунти, боец синего угла, и старается пробивать из этой позиции. Заправляет ногу, пытаясь совершить попытку удушающего. Фулгард. Талбанов пробивает голову своему сопернику. Хорошие удары пытается произвести. Тем не менее, не приходится вскользь через защиту. Небольшая передышка. Прижались они друг к другу. Залеживаются бойцы. Пробивает боец Таджикистана периодически через защиту. Пробивая ногу, не дает ему вставать. Ищет попытку пройти в партер. Зовет своего соперника боец красного угла. Продолжается бой в стойке. Лоу-кик от бойца красного угла.
выдергивает бейс-крас синего угла своего соперника, вызывая его на атаку. Снизился немного темп, тем не менее удары ногами производит боец синего угла. Пока что безуспешно. Дистанция контролируется хорошо бойцом из Таджикистана. Отвечает он иногда лоу-киками, не забывает о ногах и соперник. Ждет каждый из бойцов атаки соперника, чтобы поймать на ошибке. Да, немножечко зарановато решил закончить бой. Точнее, раунд боец с него угла. Старается выдергивать боец синего угла своего соперника, вызывая на атаку. Фронт-киком отталкивает, держа дистанцию Талабов. Отдает он голову, пытаясь пройти в ноги. Хороший тайминг. Что-то пытается сказать рефери. Хорошо пробивает локтем, на коленом. Еще один удар. Пару ударов от колена. Прижимает к сетке своего соперника, взяв на гильотину. Прижимает своего соперника, периодически пробивая коленом. Тем не менее, приходится в защиту, в руку. И разрывает, в разрывы бьет боец синего угла. Неплохо вышла ситуация Талабов. Отпускает руки боец синего угла. Иногда немножко неуверенно действует боец красного угла, выжидая. В таких ситуациях хорошо проявлять инициативу для того, чтобы перевести поединок в свое русло или взять некое преимущество. Устали бойцы, но тем не менее работают ногами, держать дистанцию. Пытается взорваться боец синего угла, сократить дистанцию как-то. Оверхенд мимо от боца синего угла. Хороший лоу-кик от Талабова. Еще один повторный, неплохо. Держит он дистанцию, контролирует он. Немного замедленно хай-кик, видит все противник. Не атакуют они ошибки, видя ошибки своих бойцов. Хороший удар с разворота, но он не доходит до цели. Финтит левой рукой боец синего угла, пытаясь как-то вызвать на атаку своего соперника. Тот отвечает лоу-киками. Очередной удар с разворота мимо. На дистанции бой. Держат друг друга оба бойца на дистанции. Чередуя ноги и руки, боец синего угла использует больше свои руки. Вот и ответочка от бойца красного угла. Не рискуют они пробивать навстречу, всегда ждать ошибку.
Хороший, хороший удар по корпусу. Разворот от Алабова. Идет он вперед, идет он вперед. Хороший лоу-кик. Разбивает он немножечко ноги. О, хороший удар от бойца Синего. Поднимает он и тейкдаун бойца от Алабова. Топ-маунт. Талабов встает и старается пробивать корпус. Отдает спину боец синего угла. Пытается заправить ноги Талабов. Пробивает он в голову, но там руки защищают. Оказывается, наносили боец красного угла. Теперь же сверху находится Сунатуло. Заканчивается раунд. Да, вы ждали ошибок друг друга. Из-за ошибки оказался на стиле Талабов. По истечению двух раундов победу пополам одержал боец из синего угла Сунатуло Сайфетдинов.